love this radio pop shit. I drop this, turning back the clock. Всем здорово, друзья, подруги, все подписчики моего канала. С вами, не как всегда, но снова я. И это будет мой первый информационный такой выпуск. Спустя очень продолжительное время. Я прекрасно понимаю то, что прошло овер до хрена времени. Но, тем не менее, я думаю, я донесу суть своего обращения. К моему удивлению, на самом деле, до сих пор осталось 13 тысяч подписчиков. То есть, понятное дело, почему количество не увеличивается, но почему не уменьшается, это странно. Видимо, некоторые все-таки верили в возрождение канала, ну а некоторые просто в принципе забыли про канал или не собирались отписываться, так, для количества. Но тем не менее, кто остался, я всем рад. И поэтому мы сегодня поговорим о возрождении канала. Я не буду называть сейчас причины, почему у меня долгое время не было и так далее. Просто кто сможет, тот поймет, а кто не сможет, тот не поймет. Это, конечно, сверхразумная фраза, но так оно и есть. Поэтому я хочу сейчас обратиться ко всем моим подписчикам. Если мы хотим с вами добиться чего-то большего, если мы хотим вырасти, для начальной цели это 50 тысяч, то мы должны быть активны. То есть все последующие видео, которые будут выходить, я прошу вас оценивать, критиковать, то есть выражайте свое мнение в комментариях. В общем, активно общайтесь, делитесь этими видео, если они вам понравятся. И таким образом мы будем продвигаться, потому что, наверное, некоторые знают, если долгое время ты ничего не делаешь, то, соответственно, твои видео не будут продвигаться вообще никак. Поэтому без вашей помощи я, естественно, не справлюсь. Что касается видео, то я сразу говорю, что поначалу они будут выходить не так часто, потому что все равно надо собирать какие-то моменты, нужно время на монтаж и так далее. А если выпускать видео довольно-таки часто, то, соответственно, никаких идей не останется, и контент будет, по сути, однообразный, да и, в принципе, скучный. Да и вообще, если уделять большое количество времени играм, монтажу и так далее, то я считаю, что это должна быть уже основная работа, которая тебе приносит доход, на который вполне реально проживать. Но это логично. Так вот, что у нас по поводу рубрик или новых видео. В принципе, все так же будут выходить выпуски Just Fun по мере появления моментов. Также выпуски с интересными моментами, которые будут вначале содержать достаточно много старых моментов. Их вы можете сразу заметить, потому что они будут выделяться, в принципе, по стилю игры, как моему, так и, в принципе, всего комьюнити. Потому что, на самом деле, то долгое время, которое я не играл, игра менялась, и решать, в какую сторону, конечно, вам. Но общий уровень игры, по крайней мере, игроков на альфе, стал очень высоким. То есть, допустим, если раньше рейтинговые матчи можно было взять в соло спокойно, то сейчас это очень проблемно, потому что начиная с четвертой лиги играют почти все хорошо. Возможно, к этому привели и новые оружия по типу Скорпиона и береты, потому что замечаю, что сейчас люди катаются туда-сюда, и в принципе такой игры, как раньше, что тебе на интерес стоять и выцеливать головы, стрелять по ним на расслабоне, сейчас такого нету. Все происходит очень быстро, в бешеном темпе, и, как я замечаю, многие вообще даже не пытаются стрелять по головам. Что, конечно, уже не так интересно, в принципе. Я отдалился сейчас от темы. В общем, уже готово несколько выпусков Just Fun. Они будут выходить, но не друг за другом. Также выпуски интересных моментов. Новая рубрика будет касаться фазума, и называется она немного сарказмом Slow Zoom. Ну и назвал я ее так, в принципе, потому что в игре на самом деле как такового фазума особо-то нету. Мы просто называем им быстрое прицеливание. Ну какое-никакое, время сведения прицела у снайперских винтовок все-таки есть, а у некоторых и в принципе неприемлемое для фазума, так что я выбрал такое название, ну вы поняли. В общем, эта рубрика будет содержать нарезки из самых красивых фазумов и необычных, наверное. Затем, почему я назвал цифру 50 тысяч подписчиков, потому что начиная с этой цифры мы с вами запустим новую ветку Just Fun, которая будет называться Just Fun Community, и она будет состоять из ваших моментов. То есть я считаю, что 50 тысяч человек это все-таки достаточное количество для обратной связи. То есть вы будете присылать мне моменты, самые смешные, желательно в Full HD качестве. И таким образом мы будем собирать выпуски из ваших моментов, которые, я думаю, будут
довольно-таки веселые. На каждом отдельном моменте в видео я буду указывать ник того человека, кто это прислал. Я думаю, что это будет выходить достаточно годно. Возможно даже, что это будет выходить чаще, чем Just Fun от моего лица. По поводу фрагмовиков я хочу сразу сказать, то, что если они будут выходить, то будут выходить не часто, потому что на каждом фрагмовике приходится очень много концентрироваться и отдавать ему очень много времени. Наверняка кто-то спрашивал и про нубов, то есть выпуски The Noobs. Хочу сказать сразу то, что четвертая часть будет, есть некоторые планы на нее. И прочитав комментарии по третьим выпускам, естественно, мы поменяем озвучку, оставим ее старой, то есть своими обычными голосами. Ну и постараемся придумать что-нибудь интересное. По мере развития канала, я думаю, я буду выпускать еще больше разных рубрик, которые будут наиболее интересные для вас. Поэтому будьте, пожалуйста, тоже активными и поддерживайте всю эту движуху. Ну и заранее спасибо тем, кто поймет. К тому же, если у вас есть какие-то уникальные идеи или предложения по поводу интересных рубрик и разных выпусков, в том числе моменты для нубов, в адекватном плане, естественно, то добро пожаловать в группу ВКонтакте, ссылка на нее в описании и в конце видео, где вы сможете написать мне сообщение со своей идеей или предложением. Да, и кстати, сразу говорю, мой ник не менялся, я все так же на Альфе, просто уже были некоторые странные личности, которые выдавали себя за меня, не знаю с какими целями, будьте внимательны. В принципе, это все, что я хотел донести до вас. Спасибо вам, если досмотрели до конца. И удачи, жду вас в комментариях. Пока!